Сказка неуютная. Читал ребенку старую сказку и удивился под завязку. В сказке волк и семеро козлят. Есть вопросов целый ряд. Прежде всего, где наш козел? Он к другой козе ушел? Пошла за молоком коза. Вопрос. Она ж сама молоковоз. Волк, бандит, рецидивист. Козу боится? Вот артист. А может, все это мажор? И волк козлихий ухажер? Все персонажи мутные, а сказка неуютная. Вот такие мои изыскания. Благодарю за понимание. У меня основная аудитория Россия. Я желаю мира.